Еще больше рабочих мест в экономической сфере. Компания, которая является разработчиком и экспертным центром в области цифровых технологий, открыла свой первый офис в Нижнем Новгороде. Корпорация уже сотрудничает с правительством Нижегородской области. В частности, обновила систему мониторинга родовспоможения. На очереди IT-разработки, управления нацпроектами, развитие системы бухгалтерского учета, расчета заработной платы и другие проекты. Как подчеркнули представители компании, сейчас они подбирают местную команду, готовы взять на работу в ближайшее время около 30 человек.